Ну вот мы у подножья третьего яруса, последнего плато горы. Я снимаю, ну, не с самого верха, так скажем, но вот здесь кто там? Это ж скиф. Нет, гот. А ну-ка, если присмотреться. Алан, точно. Вот, вы видите, это подножье, так скажем, последнего, третьего яруса. Вот здесь жилища очень большие, размах строений впечатляет. Мы видим дверь, да? Полный человеческий рост. Лиза, сможешь туда зайти? Вот посмотрите, свободный ребенок проходит, ну, взрослый человек тоже мы видим, да? Здесь были комнаты какие-то, да, первый, вот повыше этаж, вот тоже двери, помещения. Где моя дочь? Тут в этих ходах-переходах можно и заблудиться. Вон, лезет ребенок, похоже. Ага, береги себя. Так, оттуда есть проход? Вот она проходит. А там сейчас посмотрим, что у нас здесь. Вот и здесь проход. То есть мы с вами видим, что это система такая совмещенных жилищ, переходов из комнаты в комнату, там на кухню, не знаю, куда-то, может, во двор. Во двор, либо, может, в погреб, как вот мне подсказывает Лиза. Здесь то ли храм, то ли был какой-то комната для молитв, не знаю. И вот в нее, на нее ведет лестница. Посмотрите, сохранилась. Какая вот она, да? Время. Время точит камень. Лиз, где ты говорила? Может быть, погреб-то посмотреть? Вот, давайте посмотрим. Человек здесь редко встречается, поэтому все чистенько, не засрано. А здесь что, дочь, посмотри, ты туда сможешь глянуть? Мне что там как? Там оттуда выхода нет, да? А? Оттуда выхода нет, да? Есть, почему? Ну так давай туда там светимся. Не, я не пролезу. Хорошо. Даже если пролезу, я боюсь все равно. Боюсь. Вот. Давайте посмотрим, что здесь с вами зайдем. Мы видим, здесь, наверное, вода скапливалась, дождевая, потому что это проблема. Тепе Кермен находится в засушливой местности. С водой здесь были трудности. Собирали питьевую в основном, конечно же. Посмотрите, вот мы идем. Это все чисто. Вот окно в конце туннеля. Что мы увидим? Следующую, да, какую-то комнату. Я руку просуну. Вот. Посмотрим. Да? Вот, видимо, дверь. Да. Это вот следующее было жилище. Сейчас иду. Дочь зовет на поиски, да? Надо мной. Вот, кто там надо... Ага, ну. Оттуда ты полезла, что ли? Вот это ты, да. Видите, как здесь? А. Интересно. Сохранилось. В отличие от большинства пещерных городов Крыма, людей здесь практически не бывает, и все в таком первозданном виде. Все сохранилось очень и очень хорошо. Пойдем? Я, подожди, сейчас сниму. Конечно, ни в какое сравнение не идет этот пещерный город с Чфуткале. По-моему, Чфуткале крайне уступает. Тепе Кермен, привет, как привет. Ты там? А как ты? Ты через то окно забралась? Вот. Ну, да, там смотри. Так, может, так и слезешь? Пойдем. Нет. А мне куда? Тут через окно я вылезу и вот сюда вскарабкаюсь. То есть ты обратно не сможешь туда, да? Почему? Смогу. А есть там какой-то проход? Есть, вот. Давай посмотрим. Сейчас я иду. Видите, вот вдоль стены. Вот. Пещера. И тут лестница. Вот, да, лестницы, конечно, сохраняются удивительным образом. Но вот ту мы видели до этого
Вот ступени, да? Молодец. Несмотря на долгую дорогу сюда на велосипеде, очень долгий подъем, Лиза, молодец. Посмотрите здесь, как сохранились. Опа. Да? Ну ладно, увидимся позже.